свои права вступает в самый жаркий летний месяц – июль. И, похоже, погода этому никак не противоречит. Кстати, знаете, 1 июля на Руси связывали с богом Ярилой, и даже с распространением христианства эта традиция сохранилась. На Ярилу вообще происходили странные вещи. Солнце замедляло ход, а на земле образовывались своеобразные дыры, заглянув через которые, можно было увидеть аж край света. Ну, не знаю, так в народе говорили. Точно знаю только одно. Если вы сейчас смотрите телевизор, то там точно можно увидеть деревеньку. Предварительно вскопать нужно землю, полить и просто вот так посадить. Как создать ботанический сад на приусадебном участке? Самый лучший способ собирать клубнику для варенья – это одну в рот, одну в кувшин. Клубничное варенье за 5 минут. Быстро, вкусно и полезно. Как говорится, надо летом потопать, чтобы зимой полопать. Правильно? Какое оно современное сельское подворье? Кричевский – самый большой из семи юго-восточных районов Могилевщины, которых касается новый указ президента. Регион обладает хорошим производственным, сырьевым и кадровым потенциалом. Поэтому главная задача руководства – развивать и грамотно использовать имеющиеся ресурсы. Самое крупное предприятие, задающее экономический тон в районе, конечно же, «Кричевцементно-Шифер». Поэтому этот завод первый в программе заседания. Здесь мы видим, как росла цена на экспорт. Подоходило до 78 долларов, мы сегодня видим, что поднялось только 52. И то же самое внутренний рынок. Он значительно все идет падение, но куда-то это не денется. Новый указ должен помочь привлечь инвесторов и на площадке завода «Кричевцементно-Шифер», поскольку предусматривает ряд серьезных льгот и преференций, считает председатель Могилевского облсполкома Владимир Домоневский. И как положительный пример вложения инвестиций – ЗАО «Белзарубежстрой» – второй объект, который посетили участники выездного заседания. Для того, чтобы получить заключение МЧС, отжигали полностью фрагмент фасада, полностью пожаробезопасность. Вот уже 2 года у нас этот фасад в таком виде. Совместное белорусско-австрийское частное предприятие 50% своей продукции планирует отправлять на экспорт. Цементно-стружечная плита – будущее в строительстве. Срок возведения таких домов с применением данной плиты и применением технологии составляет от готового фундамента до готовой коробки дома около 5-7 дней. То есть для частного домостроения это очень перспективное направление. Кстати, выйдя на полную мощность, предприятие будет выпускать 60 тысяч метров кубических цементно-стружечной плиты в год, что эквивалентно 7 тысячам метров квадратных жилья. Заинтересовался предприятиями Владимир Домоневский. Это не только приток денег в область, но и возможность реализовать новый указ президента. Для жителей юго-восточных регионов предусмотрено строительство квартир на льготных условиях. Как ее можно использовать с учетом указа президента? Берете улицы, строите. Мы решаем вопрос председателя исполкома под потребность, под нуждающийся. По схеме 20 лет 1%. И вот у нас все вместе здесь. Наш производитель, наш цемент, все в кучу. То есть мы задействуем через строительство жилья, использование мощностей стройиндустрии, которая существует здесь, в этом регионе. Это первая цементно-стружечная плита на заводе, завершаются пусконаладочные работы и подписи на память. Аналогов такой продукции в Беларуси нет. Участники выездного заседания также посетили агротехнический колледж, где ознакомились с подготовкой рабочих кадров, и культурный бренд кричевской земли «Дворец Потемкина». Губернатор отметил, что в ближайшее время практика выездных заседаний в районах будет продолжена. При этом главной целью таких мероприятий станет изучение и оценка мер, которые принимаются руководством на местах для максимального использования преференций, прописанных в указе. Мы в гостях у семьи Андрея и Татьяны Аникеенко в деревне Путьки Чауского района.
этой семьи бьет ключом. Их рабочий день всегда начинается в 6 утра. Кормят животных, отводят коров в поле, а после идут в огород. Возле дома мы растим тыква, вот, кабачки, так, огурцы, да, чеснок, свекла кормовая, вот. А еще салат, укроп, петрушка, щавель, лук, морковь. Одним словом, подножный корм вкусный и полезный. Надо уход совсем, да, своевременный полив, рыхление, все. Много поливать приходится. И с любовью надо все делать. Да. Как говорится, надо летом потопать, чтобы зимой полопать. Да. Правильно? Правильно, но до зимы не дожидаться не стала. Попробовала все, не отходя от грядки. А это что? Это крыжовник. Но он еще зеленый. Эти ягоды называются жимолость, они привлекли в мое внимание и похожи по вкусу на чернику, не надо в лес ходить. Но это не главный ее плюс. Полезнее ягоды, наверное, не сыскать. В плодах жимолости есть калий, фосфор, натрий, магний, железо. А еще ее называют молодильной, но в деревеньке кто не работает, тот не ест, поэтому... Глубоко, глубоко. Не, я сейчас смогу. Да, она просто вот легенькая. Не надо, не надо так сунуть. На тысячу ветру тяпку. Я никогда не видела, чтобы соломой, сеном засыпали землю. Это компост. Да. Прополола, все взрыхлила. Вот, подросли немножко и усилают для того, чтобы сохранялась влага. Вот. Плюс, наверное, трава не так растет. И трава не так растет, конечно. Вот. Они вот это развернуть влажные. И поливать не так их нужно. Да, часто. А урожайность как от этого растет? В том году очень много было помидоров. В огороде этой семьи всегда урожайно, а на столе всегда вкусно. В чем секрет? А секрета-то и нет, просто хозяева хорошие. Как ему открывать-то? Сейчас. Еще две минуты. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в Могилевской области. На территории региона сохраняется пожароопасная обстановка. Потому грибникам и ягодникам, а также любителям пеших прогулок от этих занятий придется отказаться. На время, ведь, как сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении, как только погода восстановится и пойдут дожди, запреты будут сняты. Пока же нарушители рискуют получить штраф до 25 базовых величин, а это ни много ни мало 4,5 миллиона рублей. Деревенька напоминает, что в эти выходные на традиционный праздник друзей собирает Александрия. Ярмарки, мастер-классы народных умельцев, праздники хлеба, меда, сала, многочисленные концертные площадки. Гостям фестиваля скучать уж точно не придется. Добраться до места проведения праздника можно будет на поезде, автобусе и личном автомобиле. Кроме основного расписания будут организованы дополнительные рейсы пригородных поездов и автобусов. С графиком можно ознакомиться на сайте Могилевского облисполкома. Самую красивую тыкву выберут в Круглянском районе. Конкурс «Горбуз прыгажуна 2015» пройдет с 1 июня по 15 сентября по двум номинациям. «Горбуз-экспонат» на самую большую и красивую тыкву, выращенную собственноручно, и «Фото на память» на самую интересную и веселую фотографию тыквы. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на праздновании областных дожинок 2015 в Круглом. Поучаствовать могут все без исключения. Многие на Руси хотели знать свое будущее. Так вот, 1 июля такая возможность была. Для этого в полдень ветви березы завивали в косу и глядели сквозь нее. Считалось, что там ты и увидишь свое будущее. Где мое будущее? Будущее, ау! Ну а теплыми летними вечерами молодежь любила собираться в большие компании. Они веселились, жгли костры и пили свежезаваренный травяной чай.
Лето для деревеньки – час благодатный. Все растет и все цветет. Поэтому самое время отправляться в гости, например, к Яковлевне. Участком Лидии Кондричиной не устаешь любоваться, ведь все здесь сделано своими руками. И помощники тут же – дочка, внучка и правнук. Они давно поняли, главное – прислушиваться к бабушкиным советам. Первый мастер-класс по размножению спиреи. Немножко так разрыхли земельку, полей водичкой. Чтобы было вкусненько. Вот. Потом берешь веточку, вот закладывай, держи и прижимаешь камешком. Вот плоским концом, вот так лучше. О, ничего засыпать не надо. И вот там, где лежит камешек, образуется корешок. Весной уже будем видеть, если с почек пошли листочки, значит, она прижилась. Потом отрезаем вот здесь за камнем. Там корешки под камнем и высаживаем. Конечно, размножать спирею отводками лучше ранней весной. Тогда уже к осени вы получите молодое растение. А вот самшит прямо сейчас, летом. Конец июня, начало июля – идеальное время для черенкования. Отрезаем черенок. Отрезай. Давай покажем. Снимай несколько листиков. Предварительно вскопать нужно землю, полить. И просто вот так посадить. Оптимальная длина черенков примерно 10-12 сантиметров. И высаживаете их в тени или полутени, а не на ярком солнце. На, высаживай. Угу. Молоденькими вы высаживаете? Здесь и молоденькие, и прошлых лет. Корешок дадут в любом случае. Вот таким образом. Ничем не накрываем. То, что мешало на старом кустике, обрезали. Лишнее. Лишнее. Да. Форму все? Придали, все остальное высадили. На зиму молоденький самшит можно будет прикрыть пленкой, а весной высадить на постоянное место. Из самшита получается очень красивый живой бордюр или топиарные формы для сада. Одним словом, пробуйте, и вы, все получится. Поесть, поесть и опять поесть. Процесс варения варенья из клубники мне однозначно пришелся по душе. Но начнем сначала. Итак, для любимого лакомства моего и, уверена, вашего детства нам понадобится клубника, сахар и настоящая хозяйка. Знакомьтесь, Дана Бондарева из деревни Каменка Чауского района. Все абсолютно. Помидоры, огурцы, ассорти, варенье, компоты. То есть варенье для вас сделать не проблема? Нет, не проблема. Сделайте для нас сегодня клубничный. Попробуем, сварим, да. Клубника у Даны действительно очень хорошая. Самый лучший способ собирать клубнику для варенья – это одну в рот, одну в кувшин. Одну в рот, одну в кувшин. Ну и еще. Наевшись вдоволь, можно приниматься за дело. Моем клубнику и очищаем от зеленых хвостиков. А в каких пропорциях нужно смешивать сахар и клубнику? Ну, примерно. Каждый по-своему делает. Я у нас любит сладкое, поэтому я где-то килограмм клубники, грамм 800 сахара. Ну, вот она немножко постоит, пустит сок, потом проварим. Ну а пока клубника пускает сок, идем с хозяйкой осматривать ее владение. Невероятное количество цветов и растений сразу приковывает взор к этому подворью. Был просто один песок и рос осот, колючки, больше ничего. Камушки улаживали. Землю привозили насыпную, а цветочки брали у родственников. Пока мы любовались местными красотами, клубника уже пустила сок. Да, ставим на газ, ждем, пока закипит, добавим еще сахара по необходимости. Она не пригорит? Нет, не пригорит. Ну, попробуй. Попробуйте. Можно варить. Если вы любите густое варенье, нужно варить его 3 раза по часу, каждый раз давая остыть. Так любит наша хозяйка. А если вы хотите жидкое варенье, то достаточно проварить его до кипения. Кстати, в таком варенье, а его еще чаще называют 5-минуткой, сохраняется больше витаминов.
Варенье начало кипеть, поэтому быстренько прячем наше клубничное лето в банке до зимних холодов. Слюнки-то потекли. Вот мне тоже рецептик понравился. Сейчас как пойду, как насобираю клубники, а потом как сварю варенье и буду угощать всех-всех своих друзей. Но вам желаю хорошего настроения и бодрости духа. Пока-пока!